Самый большой в России фонтан будет открыт в Дербенте осенью этого года. Накануне Хизри Абакаров вместе с мэром города в парке Незами Генджеви ознакомились с ходом работ над этим шедевром. На сегодняшний день строительство фонтана уже завершено. Сейчас готовится площадка под облицовку. Здесь уже установлена большая часть оборудования – трубы, насосы, а потолок помещения окрашен теплоизоляционной краской. Напомним, что возведение в Дербенте самого большого фонтанного комплекса в стране площадью 5000 квадратных метров финансирует Сбербанк России. В парке также предусмотрены развлекательные, спортивные и культурно-познавательные зоны. По словам Хизри Абакарова, жителям Дербента необходимо проявить терпение, чтобы уже в ближайшее время увидеть парк во всей красе. Хочу большое спасибо сказать Герману Усковичу и Сульману Керимову, которые дополнительно дали нам денег. И благодаря им у нас будет самый лучший парк, хочу сказать, во всем мире, но в России точно. И все это дополнительно, все будут приезжать только посмотреть на фонтан. Поэтому 12 ноября рассчитываем, что получится, все будет нормально. Шалава.